И вот еще о здравоохранении. В больнице имени Соловьева новое оборудование. Его стоимость более 7 миллионов рублей. Средства направлены из попечительского совета «Десятилетие детства». Ожоговое отделение пополнилось детской койкой и двумя каталками. Одна для перемещения пациентов, другая для принятия душа. Ее предшественница вышла из строя. Новая детская койка стала пятой в отделении. Она с сенсорным управлением. Внутри, под покрытием, находится специальный мягкий песок. Благодаря ему поддерживается комфортная для пациента температура и влажность. Он лежит как бы в воздушном пространстве. Никакого давления на тело нет. Специальная температура 37 градусов, которая подсушивает вот эти ожоги. И это приводит к тому, что поверхностные ожоги, конечно, быстрее заживают. Подавляющее большинство позиций – это наше отечественное оборудование. Причем мы сразу же сказали, что лучше ориентироваться на наше отечественное оборудование, но искать, чтобы оно было по своим характеристикам, ни в чем не уступало зарубежным аналогам. В ближайшее время в отделение в рамках выделенных средств поступит наркозный аппарат. Один есть в операционной, второй будет использоваться в перевязочной. Ожоговое отделение больницы Соловьева обслуживает весь регион. В нем развернуто 30 коек, часть из них для лечения детей. Ежегодно сюда поступает до 500 пациентов, из них порядка 200 – подрастающее поколение. Попечительский совет планирует также помогать оснащение больницы Соловьева для детей, поэтому вот обсуждали как раз приобретение новых кроватей в палаты и необходимого инвентаря.